Ну и продолжаем. Продолжаем рубрику «Шедевры». Вот это наше вступительное слово, и вот наш ответ на него. На фоне этой работы я произносил свою пламенную речь, а перед нами Наталья Нестерова. «Зима», 2005 год. Размерчик правильный, наш, какой мы любим. Метр на 1,45 м. Даже поправка, 1,48 м. Метр на 1,48 м. Вот здесь. Красоты просто неземной. Мало того, что зима, и это все соответствует. Карета, снежная куча. Просто неземной красоты. Кто интересуется, покупает, а, конечно, мы знаем таких людей, которые целенаправленно покупают именно Нестерову, ну, мимо пройти нельзя. Мимо пройти нельзя. Цена хорошая для такого размера. Она интереснее. Я не хочу вот эти вот слова «дешевле», «меньше». Они как-то сбивают с прицела, с ориентира. Она интереснее, чем то, что вам бы было предложено, ну, где-то в какой-то частной сделке. Это факт. Поэтому вот такого размера, качества и уровня, и красоты. Воспользоваться этим, поучаствовать в аукционе. Недавно была забавная история, как-нибудь расскажу подробнее. Пришло письмо. Давно смотрю за вашими аукционами, присматриваюсь, да? И у меня есть вопросы к прозрачности и прочему. Пока он присматривается, уже несколько аукционов прошло, и несколько великолепных картин прошло мимо. После этого мне звонят и спрашивают: а эта работа продана, а это, ах, я бы купил. Вот не надо откладывать, ждать и там про какую-то прозрачность. Абсолютно все прозрачно, понятно, и главное, что быстро. Быстро. Быстро для продавцов, быстро для покупателей, для нас, для всех и так далее. Поэтому не ждать, не откладывать, не как-то там ловчить. Тупо, прямолинейно зарегистрироваться, поучаствовать в торгах, приобрести. Все всем понятно. Ну, два слова про художницу, да? Все-таки не удержимся, хотя мы говорили, рассказывали, тем не менее. Каждый раз это не лишнее. «Зимний парк» работа называется. Я сказал. Известность Натальи Нестеровой пришла довольно рано, еще в составе молодежной секции Московского союза художников. 70-е годы пришла известность молодой художницы. И несмотря на... Ну, 70-е, представляете, Союз, Советский Союз развалился в 91-м. То есть это еще 20 лет. А в 70-е, я вас уверяю, было полное впечатление, что Советский Союз будет всегда, вечно. Ситуация оказалась не такая. Поэтому здесь вот это вот цементирование, да, ситуация обстановки, это на самом деле... Все меняется. Все меняется. Это вот вернитесь к нашему вступительному слову. С Нестеровой то же самое. Ни разу не получилось у цензоров, да, там какого-то официоза заставить ее рисовать в какой-то официальной пропагандистской манере. Вот она как была вот такая, так она и оставалась всегда. И это очень важное качество у художника. Узнаваемость, узнаваемость, узнаваемость. Дальше успех придет. Это опять же к разговору о молодых художниках. Когда спрашивают художники у вас, а что сейчас модно, не модно, или там правильно, официально, это все. Художника не существует. Настоящие художники таких вопросов не задают. А делают то, что у них в душе, в сердце, в голове, в крови, в пальцах, в кисточках. И все. И это результат. И это результат. Вот с Нестеровой произошла та же самая история. Ее картина – это разговор о жизни здесь и сейчас. Она старается чаще напоминать о скромных удовольствиях и моментах счастья. Нестерова не попрекает, не воспитывает. Ее картина о том, что нужно радоваться хорошей погоде, приятной компании, вкусной еде и возможности путешествовать в интересные места. Все правильно. Все правильно. Вот те, кто откладывали в допандемийные времена, а сейчас об этом жалеют, что куда-то не съездили, не успели, отложили, какие-то покупки, какие-то простые удовольствия для себя. Вот у Нестеровой это факт. Надо прям жить прямо здесь и прямо сейчас, не откладывая, мало ли что случится. Поэтому очередная невероятная возможность, которой надо просто воспользоваться. Давайте. Воспользуемся. Еще одно попадание. Потрясающее попадание во время, да? О чем идет речь? Борис Свешников. 89-й год. Размер, холст масла. Здесь все хорошо. А называется данная работа «Апрельская могила». Мы раньше боялись вот таких вот вещей, таких названий, таких тем.
творчество Бориса Свешникова. Сейчас уж, что уж. Что уж. «Апрельская могила». Ну, здесь опять же классика жанра. Совершенно вот те, кто хочет себе иметь такого Свешникова без чертей, оград, могил и так далее, это, конечно, не для них. Те, кто в принципе готов воспринимать это творчество, эту классику, да, Бориса Свешникова, ну, тут, конечно, вот он. Вот он, наш с вами очередной вариант и так далее. Здесь вот хочется еще раз вот произнести и обратиться к судьбе. Да, вот мы это делаем, делаем, делаем Бориса Свешникова. Молодым человеком сталинские лагеря от звонка до звонка, при смерти, от голода, там, холода, непомерной работы, и пережив это все, вот это все у него пошло в творчество и так далее. Мы считаем, что это какие-то былинные мифические времена, что это все было, никогда не вернется и так далее. Ну вот, не зарекайся, не зарекайся. Тем не менее, картина перед нами. Узнаваемый классический вариант. Хочется добавить, очень красивая. Опять, в очередной раз. Очень красивая интерьерная работа. Вот все, что нужно. Мозаичность, сюжетный драматизм, поиск вот этих вот всех и слоев, и объемов, и кто на кого как смотрит, выражение лиц. Вот Свешник. Вот классический, узнаваемый Свешник. В очередной раз воспользоваться этим странным временем для пополнения своих коллекций. Вот и все. Пилот, который проще всего показать и объяснить на видео. Это объемная такая, наверное, можно сказать, коробка, на каждой плоскости которой есть изображение Тамары Зиновьевой. Вот так, раз, два, три, четыре. Четыре изображения в одной коробке. Оригинальный лот, трансформер. Такая изящная, элегантная вещица, увесистая, это патинированная бронза, тяжелая такая, на гранитном основании. Современный скульптор Андрей Асташов, белорусский скульптор, работающий в Беларуси, который продается по всему миру, на выставках в азиатских странах, которые мы сейчас начинаем так активно с ними сотрудничать, в Европе, в России, в салонах он выставлялся. Что можно сказать? Эта работа очень интересная, называется «Восьмой из серии «Семь самураев». Да? Как вы? «Восьмой из серии «Семь самураев». Как помню, самураев было семь, четверо, по-моему, погибло, трое выжило. А этот восьмой называется имя его «Счастливчик», «The Lucky One». Написано на сертификате, к работе предоставляется сертификат подлинности Андрея Асташова. Вот так он выглядит. Упакован в очень такой мощный, красивый, фирменный деревянный ящик. Может, покажем его потом. Работа тиражная. 38 экземпляр из 50. Но такой идеальный, подарочный, качественный, очень эффектный, хороший уровень. С подписью, со всеми документами. Замечательная вещь, замечательная работа. Андрей Асташов. Из серии «Семь самураев», восьмой «Счастливчик».